Annasini endi bilasizlar, payg'ambarimizga 10 yil xizmat qilgan, payg'ambarimiz sahoba Anasni haqqiga duo o'qigan, u duo ijobat bo'lgan. Mana shu Anas ibn Malik 2000 dan ortiq hadisda rivoyat qilgan hadislardan bittasi. Сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна ш-шайтана вади'ун хатмаху аля калби ибни Адам". Воистину шайтан, джин, иблис, он искушает сердце человека. Кешене жирагига васвасна булай салып тура. Он искушает человека. Фа ин закара Аллаха ханаса. Если человек упоминает Аллаха, то этот дьявол, это сатана, это черт, это бес, это шайтан, джин, он отдаляется от человека, он отдаляется. Он сильно уже не действует. وَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ. Когда человек перестает упоминать Аллаха, этот шайтан заново приходит, заново искушает. أَنَّا سُرَسْنُ اُقِيمُ سْكْوَهُ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Мана шу аль-ханнас деген шайтан хақында гарбарай. Демек, шайтанларды түрі көп, джинларны түрі көп. Шайтанларны, джинларды ичиде бір түрі бар, сыныфы бар, оны ісімі аль-ханнас. Аль-ханнас. Куранды бұны өзі айтты. Сам Куран говорит, что есть такая категория джиннов, аль-ханнас. Что он делает? Когда человек упоминает Аллаха, это джин аль-ханнас, он отдаляется, он уходит подальше. Как человек перестает упоминать Аллаха, тот приходит, начинает уже искушать плохие мысли, вот так бросает. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему было 6 лет, два ангелов, они спустились, раскрыли грудь пророка Мухаммада. Как зовут этих ангелов? Джибриль, а также Микаэль. Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, при жизни его 4 раза грудь раскрывали. Пайгамбарымызды, манашу куксыны деймыз, гаудасыны турмарта ярышка. Джабраил фаришта турмарта ярышка. Первый раз, когда посланник Аллаха было 6 лет. Бринчи марта пайгамбарымызды нечи яш болган? 6 яш болган. Джабраил алейхиссалям вытащил сердце пророка Мухаммада. 6-летний ребенок, 6 яшки салвы бала, 9 шкина бала. Вытащил сердце, повернул, и на сердце было небольшое черное пятно. Кара дах бога, юрай гост. Это у харбр инсан да бар. С кнутом аккуратно вот так, что убрал, вот так, убрал это пятно. Это пятно, куда сильные шайтаны, они бросают искушение, васвас. Чунтур алдым ба? Демек, юрагды үстіде, харбір инсанды юрагыны үстіде бітті шынақа бір қара дау бар. Ана ұша жайға нема күчілі-күчілі вас-васлар түшіп тұра. Пайғамбарымыз мана шынақа күчілі вас-васлардан сақланген. Аллаху Азза ва Джалла сақлады. Енді біз адды инсанмыз. Мы все рядовые мусульмане. Среди нас нет такого человека, который вышел бы после пятничного намаза, так полетел бы, как Ту-144. Нет, мы все ходим по земле. Думали, а кто-то нам зорго ездит в рамс. А чтобы у нас такие сильные искушения не были, что мы должны делать? Не махлышимся. Полымыздан кила деген иш. Полымыздан кила деген иш. Ич бумаганда, субханаллахи, ва бихамдихи деп жүрүшүбүз керек. Хеч болбогон. То, что мы можем, это делаем. И должны делать. Полумыздан келет. Посланник Аллаха, смотрите, какие он примеры дает. И он объясняет. Инна шайтана вадиун хатмаху аля калби ибни Адам. Воистину, шайтан, он готов искушать человека. Каждого человека. Каждого человека. Фа ин закара Аллаха ханаса. Если раб упоминает своего Создателя Аллаха, то это шайтан, джин, отдаляется. Отдаляется. Васваса меньше. Васваса что? Слабый, меньше. Как он забывает, как он уже перестает, ва ин наси ильтакана кальба. Как он перестает упоминать Аллаха,
уже васвас усиливается. Почему? Потому что приходит то шайтан. Как мы сказали, это хадис имам Абу Яля Муснади передал имам Аль-Байхаку. Есть еще джинны, которые во время тахарат. Тахарат вахтсада киладиган джинна. Мы часто это хадис говорим, напоминаем друг другу. Ахмад ибн Хамбаль передал, «Инна лил вуду и шайтанан ювасвису алял мутавадды и аль-вальхан». Есть такой джин, его зовут аль-вальхан. Кемакан аль-вальхан. Что он делает? Чем он занимается? Он приходит и делает васвас. Ты руки три раза мыл, он говорит, ты точно три раза мыл? Может, два раза? Ты четвертый раз моешь. Ты четвертый раз помыл, он говорит, а ты точно голову протирал? Ты голову один раз протер, уже второй раз протираешь. Так, так. От тебя ничего не вышло. Бер там шида шықмаға. А может, у тебя капелька мочи там вышла? Сен ашасын да қарайсын. Қылатырған ішінге қарайсын, ашасын, ябайсын, қарайсын, ашасын, тотасын, шығарасын, жуасын. Қылатырған ішінге жоқ. Бір ішінен шығыланып қалғансын. Шол жерге қарайсын, тігіласын, қарайсын, тігіласын. Это причина чего? Это причина васваса. А как это появляется? Один сподвижник спросил, о посланник Аллаха, можно ли справить свою малую нужду, мочиться в местах, где моются? Жуна тырган джирларда, хаммамда, ваннада, баня хаммамда, сиса буладым деген хадис. Посланник Аллаха сказал, инна аксар аль васваси минху. Васвасларны купы кучлисы, мусульман адам хаммамда сиишлиги оркан. Васвасны кубысы нинди сабаблен келіп шығар екен жамаға? Кеше муншада, я ваннада сиилу оркан. По причине того, что он мочится, справляет свою нужду в бане, либо в ванне. Это уже первая причина, и он уже где начинается? В тахарате. В тахарате. У тебя в истинджа начинается вопрос. Ты уже сомневаешься. Ты не пукал, тебе кажется, что ты пукал. От тебя моча не вышла, тебе кажется, что она уже тебя уже постоянно выходит. Причина в чем заключается? Причина, что ты уже в ванну пописал. Надо сразу остановить этот вопрос. Как? Как? Нужно понять, когда выходит, ты это чувствуешь. Он ажлама? Когда выходит, все равно человек чувствует. И чидан чиккан нарсаны адам хис кылады. Хис кылады, бар, хис кылады. А шайтан сизге карайт. Хис кылмаган нарсаны кеп чыгарыпты сизге айтады. Балким чыгып кеткендир дейди. Чыгып кетти демейди. Балким чыгып кеткендир дейди. Сиз шуну ишанып каласыз. Кийин адам шундан алданып калат. Если васвас тахарата вы уже, как говорится, не убрали, не решили, это васвас переходит уже на намаз. В намазе есть другой шайтан, другой джин. Это тоже в хадисе сказано. Он приходит, когда мусульманин стоит, сзади приходит и начинает дуть именно между ног. И к аягына арасына, кутынкайгы яхын джойна, сыла курады. Человек в намазе стоит, состав. С задней стороны шайтан приходит и начинает что-то дуть. Сынка тюлу кита, и мешка бурнаса шагов китте. Тебе так кажется, как будто что-то у тебя вышло. Шнаха хэс тюлу кип кита, гуй акиси осырып пойду. Хищна сахала чыккан, йоп. Псыллап да чыкмады, дартыллап да чыкмады, хыдиям йоп, сасымадиям, ичтаж да чыккан йоп халы. Но шайтан тебе так искушает, что у тебя как будто все вышло, все услышали, везде завоняло. Нет, а ты ничего не вышло. Шайтан да харай ищет. И это происходило во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, у некоторых сподвижников. Кайсы бир сахабаларда шунса булган. Один сподвижник сказал, о посланник Аллаха, вот одному мусульманину кажется, что он во время намаза, у него что-то выходит. И он уходит из ряда. Сафтан чыгып кетеді деді. Он намаздан шығып кетеді. Посланник Аллаха сказал, пока он не услышит звук и не почувствует запах, пусть не нарушает намаз. Он ажлам? Видите, если васвас тахарата мусульманин не решит, то
это васвас, искушение, уже перерастает, переходит на намаз. Потом еще хуже, еще хуже, еще хуже. Ибн Хаджар Аль-Асқалани, большой мухаддис, написал 282 книги. Он написал объяснение на Сахих Аль-Бухари. 25 лет писал эту книгу, Фатху Аль-Бари. 25 лет он писал объяснение. Возле реки Нил он делает тахарат и видит, как один мусульманин заходит, ныряет в воду, выходит, говорит, нет, еще заново заходит, ныряет. Суга чип юнар экенде, чиктырып, яп, башы джайме тегмайдык, яна суга чиктырып китар экенде. Он тахарат сделал, смотрит, мольбу читает. Этот мусульман успел несколько раз зайти, искупаться, выйти, каждый раз говорит, нет, сюда не попало. Заново заходит, выходит. Это не смешно, это печально. Краде юнады шагады айта жоқ. Ағдейді краде юна краде. Ондан соң чақырды, его позвал, говорит, что с тобой происходит? Почему так делаешь? А вы кем являетесь? Я Ахмад ибн Хаджар Аль-Асқалани. Аль-Асқалани, ты слышал? Да, вы такой великий ученый, много книг пишете. Вот, хочу с вами посоветоваться. Кингаш Аласын Фила. А что происходит? Мне кажется, что когда я тахара делаю, какую-то часть, на какую-то часть тела вода не попала. Мне кажется, когда я моюсь, говорит, что какая-то, как, на какую-то часть вода не попала. Этот ученый понял, что у этого человека васвас. Большим ведром он воду набрал и на эту воду прочитал определенный аят, сказал, стой, и на него так водой облил. Он нажлам. Ну, представьте себе, человек в реку ныряет. Как может, что на его какую-то часть тела вода не может попасть? Сугачи автода, мазаку сугачи умлепту. И чига су куркет мейді, болды. Это жайын отса, и чига су куркет еді. Ханна жайга су теккен. Ханде хвен тасавыр қылыш мүмкін. Одам, етті мәті су кіріп шықапты, ялқы деп тұрып, яна. У сачы бір метр босын, сачын тайга су теккен. Көресілер ме, вас-вас, бұй, аман, одамды қалтыраты қойады, бошы кетіп қалады. Çünkü hammamda, siyi bu miydi? Hammam degende vanna bile ban. İtibar bilgiler. Vanlıyı нельзя мочиться. Vanlıyı писить нельзя. Это в хадисе сказано, имам Тирмизи сказал. Сподвижник спросил, о посланник Аллаха, можно ли справить свою малую нужду? Можно ли мочиться в ванной бане? Посланник Аллаха сказал, большинство искушений, большинство васвасов по причине мочеиспускания в ванной и бане. Хаммам Макка Мадинада Бумага, баня. У Куфа Шахрада. Баня, она была где? В городе Куфа. Не Уфа, ладно? Куфа. Кундаринда Курсам Укитетта, о, бызда Уфа Шахридев, йо, Куфа. Посланник Аллаха что сказал? Наступит время, вы откроете город, который называется Куфа. И в этой городе есть бани. А в Мекке, Медине бани не было. Макка, Мадинада, Мунша, Булмага. Из-за этого сподвижник Умар говорил, Аш-Шамсу Хаммамул Араб. Солнце это бани арабов. Арабылар демек Мәкке Мәдина ахлы киім киіп, ыссык жазирама ыссыкта көчеде ишлеп жүрүшкөн. Немеге? Тирлеген. Шу тирлеген. Киім бир еңгилигине суу менен чайынып алышат. А баня кайрда болгон экен? Куфа шахрында. У Куфа шахрындагы хаммамда эркектер бирге хаммамга киришер экен. Кып келен башмыш. Обше баня дедикү. Куфа шахрында бул. Общая баня, она была у арабов в городе Куфа, она была. И посланник Аллаха, он запретил. В общую баню, говорит, не заходи. Умуми хаммамге очик авратнан кирмейлер. Очик авратнан кирмейлер. Иншаллах, мы это все продолжим. Видите, как хорошо, что времени хватает.